У меня этот вин, так что пофигу. Дайте я потанчу свою кашку. Бей, на. Хватит. Танчи. Квест наверняка, да. Он лучше вместо мгновенно может проходить. С первых четырех групп тому ЦЛК неинтересно, не нужно. Ну, Микадзе на замену. Смотри, написал он тебе. Пойди. Вага, а кто такой смотритель? Звание такое. Понял. Для чего он? За кем-то смотреть? Это смотритель на Дискорда. В плане там кикать всех, банить, там перемешаться. А чем отличается офицер за МГМа и РЛ от этого смотрителя? Ты удавно спроси, блин. Да, лучше у души, внешнего, точнее. Ну, я смотрю по правам, нету ничего, никакой разницы. Спроси удавно, он тебе... Последнее, что помню, у офицеров просто привилегии не были настроены. Поэтому, типа, я думал представлять смотрителя офицером. Но это все изменить можно. Сейчас вы манете? Чего все? Квест на корабли. Птенчики, на давайте скорее сумонтесь, или вы летите. Пол рейда. Уже сначала попробовать времени можно. Сегодня мы это вряд ли просто успеем. Берем квест, сумоним первые пять групп. Значит так, идем сразу в три танка. Луцинь, Вадим, Паладин и Редвар. Вадим, Паладин, смойся, пожалуйста. Тыкните. Ждет ответа. У нас танков нет. Вы сумонитесь танки? Тыклец. Вагу, это упало, кстати, 4-5, по-моему, и ШМ, короче, который написал вот этот. Да, он уже пишет. И он в ДВ рейд хочет. То есть это же здорово, может быть. Да, тебе повезло. Ну я ж нашел его. Как раз будет учиться. Спросил, он знает, как в это, в комбате ребафать там каску. Интересуйся, мне это. Краш тест, экспресс тест, блин. В последнее время мне это стало очень важно. Для меня инфа. Я тут. Хочу чипсы, у нас 5 хилов, это 5-я группа. А как ты в комбате ребафаешь? Может, я тебе расскажу, как. Вот смотри, ПП в комбате ребафает как. У тебя стоит, ты на квас не можешь. Ты наводишь на квас и тебе показывают. Да, там ячейка открывается в поле пауэре, блять, и ты выбираешь так. Уже... У него нет, как у вас все сложно. У него нет дона, напоминаю, Войд это танк, хильте его, пожалуйста, он чуть не умер. Нет полипаура. Поэтому я не знаю вообще, как он бафает, через что.
Достаточно грида. Зачем паузу? А зачем грид? Ты должен выделять фреймы, блять, классы искать. Зачем тебе это делать? Ну, вообще, по гриду я еще и диспелю, когда это надо. Блять, это обычный грид, это обычные фреймы, понимаешь? Знаешь, что такое молчание? Не. Ты у тебя в гриде настроено, у тебя бафы показывают на ком-то. Ты наводишь человека, но не тыкаешь еще. Нажимаешь и лечаешь его с моей слабой. А да, что это... у тебя голос поменялся? Той силы тьмы, который... Да он отошел. Ты кого таунт мастером пользуешься? Ну бы только пользуешься. Нет. Зачем? Ну, да, танку там... надо только Омен. И все. Мне кажется, всем надо Омен. Нет, Таунтмастер ништяк тянет. Таунтмастер так, для нубов. Что он дает? Ну, показывает на ком игру. А Омен что, не показывает? Он типа фреймы, такие же фреймы, только с таунт, и там по нику нажимаешь, он сразу таунтит. Первая кнопка обычный таунт, левый там, блядь, агр. Головой. Плюс также на мышку там каждой кнопки там можно сальву сразу дать, просто по нику нажать. Ну полезная штука. Да, есть специальный аддон, который можно на любую кнопку забиндить, любой баф и всякую фигню. От сальвы до длани жертвенности и боба. Там проще, ты понимаешь? Что там, разминировали, нет? Он не был в ЗСОК, он типа фулл Т5 задонатил, что ли? Чипсон, если ты не слышал то, что я объясняю каждый рейд, значки и БУЕ, воронки, ЗСОК, уходят в гильдбанк, ЦЛК БУЕ, как и ДС, тоже уходят в гильдбанк. Что ты, Вага, будешь брать его? Сережа, Макрос, все не делай. Макс молчит, папа, Ладин сказал, отпишет. Луне трейд кидаешь и передаешь БУЕшку мне. Еще одна. Еще одна БУЕшка. А Джиса ты можешь поставить? Релогнусь. Чипец вместе с магами бафается, не могу понять. Серёж, поставь, пожалуйста, почту. Сзади рейда. Спасибо. Почему комбат висит? Не знаю. Да. Там да, мобов вначале никто не бил, которые на входе стоят. Может, задели уешка типа. Пойдемте. А на ком висит-то? Нет никого? На всех на мне висит. Вот эти проклятые, которые бьют NPC. Бил кто-нибудь? Да их можно убить и все, они там маленькие. Во. Рыба стоит. Пропал бой. Можно суммануть? Вы квест брали на великана? Это что, вся грядка за квест находила? Элрей, новая шапочка. Ну как же ушки? Старая, как же ушки? Ушастик, ну. Отрезали на БГ. Айзек. А, это я когда кричу уши надеру, я поняла, ты их прячешь. Не, мне сегодня Айзек с утра их отрезал. РЧ на баф и пул. МТ у нас Редвар.
В танк у нас в один был один. Краски нету, пошли. Краски нет. Я на замене? Почему? Ты в рейде просто в танк. Я еще не в рейде. Так меня тоже не в рейде. Я не суммонули до сих пор. Каждый суммонит свою группу. Можно да было зачем вы надо? Коварань сидите. Да. Спасибо. Буквально секунду водички нальем. А что у него с доступом проблемы? Ничего, заломан? А, вот. Повторная РЧ на бафы на пул. Каски раздай по рейду 1 пол 1. Сейчас, подожди, у меня тут пролагало. Спасибо, тут. Босса в середине штанчите на этой платформе? Здесь, где вот стоит сейчас рейд. Лицом к воротам. Касок нет. Да я бафаю, что. Всех все хватает. Все готовы, пул по отчету. Там это льда поставят. Поставят. Шипы. Это мы очень долго стоим. Даркс есть? Нет. Так, я могу отойти на 2 минутки? Да. Спасибо. Я за Энджи приезжусь. Кто спрашивал, Войт, ты спрашивал, кто монету носит вообще, да, или кто? Я не вчера спрашивал. Я знаю, что ее нубы носят. Я вижу, кто ее носит, посмотри. Кошка,
Там ключ получше будет. На вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Классно, я законтролил, а вы разбудили. Песник. Вы поняли, что сейчас рейп, и чё? Не видите моба? Бери его лучше. Ну, короче, Вовку заезд. Чего вы его в тот угол вернете, прикольно? Забирай. Тёпно устраивает. Рыба стоит. Значит, на трэше справа Луцинь. Слева Вадим Паладин. Редвар. Помогаешь с мобом с лестницы. На второй фазе на боссе у нас Редвар и Вадим Паладин. Луцинь на... Босса туннелить может все фазы, только кровавый взор. Соответственно, ты помогаешь сбивать косты Редвару. Будешь халтурить, получишь ИП. Обновляем бафы. Верчи на бафы пул. Я справа, правильно? Да. Пул по отсчету. Кто это сделал и нахуя? Стало какая-то. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не сзади моб. Контроль 5 секунд. Я уже говорил, кто туннелит босса.
можно как-то корни убрать? Стоп, а босс. Блять. На пол. Трэш бурстанули резко. Энджел Ре. Долог стоишь сам. Ну своего ты не бейте. У меня той. Мелизона. Ты не в силах противиться моей воле. Вступай во тьму, вечную тьму. На пу, дайте мне меня. Норс, кровавый взор поднимай. Может, хватит взрывать? Пока тут, вы снимите контроль. Дух Мелизоны. Гера откатилась. Сдавайте, Бладласт. Ты не в сил противиться моей воле. Два ДК, сдавайте бомжей, просто добиваем босс. Я по Кирсу вихрь хотел прожать. Осколок есть, Даркс, нет? Сережа, мы на квест? Да. А труп ребра еще остался, кто знает? Посмотри в подвале. Ты души собираешь? Ну. Иди посмотри. Остался, остался. Сука, почему я забываю всегда? Я с ребром тоже мучилась, все время его забывала, да. Тут так не соберу никогда. А что, за него тоже одну душу дают или больше? Одну, 50. Да. Там... Смысла нет запариваться, одну душей. Там ни одна, ни две, это же босс. Много. Ну он же как один. За боссов дается 50, за трэш дается от 5 до 9. Вот, съели? Луцин мгновенное, это все на третий спек? Не, на третий. Ты не заметила кнопку 30 спек, поэтому если... Так, ты на второй спек ролил, да? Ну, у меня второй спек сова, а вот то, что отдали плечо на ловкость, я ролила на третий, поэтому если надо, я отдам, ребят. Ролил только ты, вот я как понимаю, это было на третий спек у двоих. Ну, давай ей. Поэтому я и говорю, я буду... Сейчас добавлю. Корабль без меня справится? Я пофакашу это 3 минутки, надо отойти. Ты только это, подожди, великана там убивать будут сейчас сначала. А там квест был? Да. Ёперс ты. Бегу брать квест. Ага.
Дима, ты такой Дима. Шутка. Зачем вы собираете себе вот эти третьи спеки, если вы ими все равно играть не играете? Просто потому, что у вас есть этот спек? Да, ну никто не берет, но... А, нахуя? Что... Потом у вас проблема, у меня в банке места нет, у меня в сумке места. Я никогда не жаловалась. Нету места, сказала, что типа у меня места нет, сейчас освобожу. Не, ну есть реально люди. Ну вообще, это личное дело, у кого с чем забиты сумки. Я 4 это... сета ношу в сумке, у меня есть место, как не может быть? Да? Вы уже начали бить, что ли? Если вы нет. знаете, что вы не будете играть в этом спейке, вы даже там, допустим, не знаете, какие кнопки в нем жать. Но людям, все равно людям... Знаешь, я это прошла ровно тогда, когда у меня был один спек хил, и мне то же самое говорили, ты же не будешь дамажить, тебя всегда будут ставить за хила, тогда зачем мне вообще второй спек? Мне точно так же говорили одно время. Да, тоже собирала второй спек. Я второй спек собирала, я не совру, полгода, может даже больше. И третий также соберу, боже, никто не ролит, зачем оставлять? Ой, после кораблей скажешь, что там, как сундук откроется по окошкам лутмат. Угу. А что ты имеешь в виду после кораблей? Что-то... А, добавил, типа, третий спек. Будет это выражаться или нет, надо посмотреть. Все должно быть тогда. Да, там два есть окошко, два у спек. Только ты переименуй так, чтобы он нормально был. Сейчас было, получается. Мейн спеков, спек пас-пас. А, да-да, вот так было. Ну, это... Смысл в том, что я выставлял 3 окна, а отображал все равно 4. Так, хорошо. Я отойду на 3 минутки. Великан только, ударь там какой-то раз. Вы знаете, на кого чуму скинуть потом, ребят. Конечно. Я тоже подумала. На кого же. Я знаю, кого я уп... И этот человек очень злится, любит. Тур Эдвард? Нет, Вага. Радвар, он так рофлит по-доброму, по сути, он не злобно это делает. Даже не обижаясь на него. По-свойски даже отношусь. Обычно, своя. Когда человек долбояб, я ему прямо говорю, потому что но он это долбояб. Вот, я уважаю это очень. Я люблю прямо что-то. Поэтому говорю, по-свойски к Радвару отношусь. А он меня в бут кидает, зараза. А с чего ты взял, что твое мнение кому-то интересно, Радва? С корабля потом кое-что деть. Вообще, да. Идем на корабль. Перед Саурфангом ты пышем создавать квест. Ой, я вот тут сижу. Хотя даже после кораблей мы его сдавать не будем. Мы убьем Саурфанга. И только после этого все пойдут сдавать квест. А сколько нам ура денег это, стаки надо держать? Пока не сдохнешь. Смотря как ты можешь. От твоего спека зависит. На нашем корабле. Чего с великаном? Были души с великаном. Не помню. А я, кстати, тоже, да, не помню. Я не знаю. На нашем корабле Вадим Пуладин. В вражеском корабле Редвар. Причем на баф и пул. Редвар. Все берут ранцы. Смотри там на чуму, на танк. Короче, скажите, как там сильно будет пробивать. Монород как-то 100 стаков набрал, но он кайтил ракетами, прыгал. И Мор один за ним по текстурам ходил. Запустил босса. Что возьми ракетник, попробуй, если никого не сотнешь. Не, ракетница в любом случае надо будет, как я перелечу туда. По балке там сверху можно без ракеты, да. А чума пропадет вообще? Нет. Идем. А там в одно время на балке, по-моему, можно было багом как-то его танчить, нет? Повиктили? Зачем богосоюзить? Ну, в смысле, на палке стоишь, короче, танчишь его, а стаки не получаешь, по-моему. Так было.
Сейчас вы ответите перед Солтвангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе сорвем! Артету делать нечего! Ты скоро пехота, поймешь! Сержанты! Ой! И все-таки! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Мы что, и орк с чумой бить будем? Естественно. Сколько она висит? Это можно... Я уж там, вы перелетайте, тут этот маг появился. Можно от цели отойти, сдохнуть кому-то, кто с чумой, она не будет прыгать, вот все. Не надо так делать. Если убийство босса, мне ее отдадите, я ее в Долоран вынесу. Вторую пушку слева займите, кто... Можно будет перекидываться на других игроков? По идее, должна. Вот Роб. Я тут. Норси, займи пушку. Помогай трэш сливать, Луцень. Там просто было так, я сидел в пушке, меня выкинуло при заморозке, и там сразу бомба взорвалась, и я чаржем улетел на другую. Еще раз мы улетел на куда? Другой корабль. Так можно вниз прыгнуть и вернешься. Недавно баг был. Чувак в пушку сел, она забагалась, полностью отключилась, а он появился в другой локе. Вода везде. И он ничего не может двигаться, не может ничего жать. И мы в три пушки убивали. Ну и что-то съебываться надо. Если сильно пробивает, анонси, чтоб все свалились с корабля. Почему не потеряете завтра? Давайте съебемся до мага. А хотя мага убьете, короче, съебемся. Ты только последним уходишь, чтоб не убил никого. Вообще его очень больно бьет, скоро шотнет. Я вот смотрю, нифига его бьет. Его уже оверхилят. Поэтому лучше, да, лучше уходите после мага. Он... Обрыгался. Тим, ты видел? Ты видел? Тим? Вообще, блядь. Как ты смеешь? Огонь! Сейчас ты умрёшь. Вот опинг скаканул. Да, это я в прыжке сдох просто. Не, серьезно. Эх ты, вот. Не дал диверсию в Долоране устроить. Я прилетаю, думаю, бля, сейчас мага побью. А ты бы не успел бы телепортнуться, там он 11 секунд висит, все. Все, можете запрыгнуть. Это надо сумонить только, если. Почему? Там как раз с портала много людей находится. Нет, один портал есть туда. Ну как бы да, маг дает портал и все. Веселуха начинается. Не, весело. Мы в линейке такой темой занимаемся. Там моб, который уешь, его просто в город приводишь, весь город убивает. Я уже понял, что с вами со всеми бесполезно бороться насчет службы. Это вообще на самом деле очень плохо. Да, ну это ну, же корабли. Как бы... Тут в защиту могу сказать, что как бы, блядь, корабли действительно босс. Хуета, а не босс. А вот там, блядь, Лич, там, Синдра, там, Проф, блядь, Лана. Сурфанг, Сурфанг. Сурфанг тоже хуйня. Все хуйня в основном, мне кажется. Ну, если ты видишь, допустим, что танк сдох, то да, есть смысл сказать, что... Мне надо релогнуться, у меня пинг растет, у меня 4 сотки уже пинг. По фаст.
вообще там в 3 хила можете похилиться. Ну, тут слабая очень сова. Так, чтоб крестики поделать. О, кстати, я могу в ДД спекнуться, может 8-10 дам. Спекайся. 3 эрша мы же должны по таргету, точнее 2 эрша мы же должны по таргету захилить. Какая там третья шмотка? Третья шмотка? Это запы латная. Может пойдем? Фарм копить. Ну я как бы лутер сдаю. Блин, надо было ДК идти. Бросай свой лут. Запускай босса. Обязательно. Да ладно, я рофлю, что ты. Я вам, короче, сразу. До Синдры потанчу, а потом вы сами. Тут 7 минут до РТ. Или мы до 5. Поэтому мы я... Сауф убиваем и все. Где он, в середине или мы на платформе сверху? Подождите меня, я релогался. Кто из хилов хочет спекнуться в ДД? Уже все спекнулись. А кто хилить остался? Полина. Долог, хочу чипсы. Отлично. Запускаю босса. Ничего не буду говорить, просто поставлю звездочку. А может кто-нибудь рыбу, пожалуйста, поставить? Тыкните, посмотрите на бан. Вовремя ты про рыбу. Рыба стоит. Я успел. Вот что такое. Спасибо. Только у меня лагает. А листобаф нету, да? Может быть, листа. Я же говорил, у меня можно... есть на меня. А чего вы не разрешили мне перезайти? Это не настолько обязательно. А киньте попросту отцу бичевский кулак. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит... Думаю, тебе это ничего не даст. Не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала... Сесур Фанга, делаю голосование, кто хочет еще час продолжить, кто нет. Выжил, мой сын остался цел. Я тоже нет. Сегодня... Еще 3 человека, которые будут не согласны, и, собственно, будет...
Подчинитесь, слуги мои. Ебаная Вовка, сука, я опять завис. Ладно, ничего не делаю, хоть босса зачитают. Персонаж еще не был. А ты возвращайся, сейчас можно в бою возвращаться. Да, сделали так, нифига. Я так вылетел, в иконе зашел, они уже Джараксуса бьют. Ну, я же говорю, десяточку дал. 20-е место, блядь. С матерью и предками. Девятнадцатое. На 20-м я. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не... Айзик, сейчас лут раздам, сделаю голосование. Кто хочет продолжить, кто нет. 5 человек отказывается, мы делаем рост сразу же. А все равно пас-пас осталось. Какой из них пас правильный? Любое. Я обычно тыкаю первое слева направо. Которое... Если кто-то хочет еще часок продолжить, жмет да. Кто не хочет, жмет нет. Ну как бы все равно. То что жмет. Все, голосование закончено. Сдаю ЕП. С рейда никто не ливает. Быстро. Я даже нажать не успела, нифига себе. Но я бы все равно нажала. Там полрейда не пойдет. О, я жезл. Надо кому жезл? Надо я. Квест не забудьте сдать. Квест, ребята, квест. Потом будет. ЕП раздал, можете ливать с рейда. Завтра ЦУК и РС, правильно? Да. Если пройдем целка. Ну, если Джайна жива, то Джайна приоритет. Ну, это понятно. Вага, кто такой Астра? Я вообще не знаю. Это Бабл с Мозером, еще вчера вот увидел их. Они сидят с ним общаются. Кто это, я не знаю. Они шифруются? Сейчас пойду, узнаю. Так, расскажите мне, как кольцо Пепельного Союза танковское сдать? Получить другое. Подойди, там стоит мужик. Выбираешь квест, нажимаешь продолжить. А Астра не может быть пианистом? И потом выбираешь. Нет, там другой голос. Можно через пробу поменять голос. Так. А, ну все, собственно. Кирс, напиши это в Фараду тоже. И скажите мне, будет ли кольцо проковое, вот это зацелка на сову нормальное, топовое будет, да? Да. И вместо чего его воткнуть? Вместо 264-го крит-хаст или вместо 277-го скорость-меткость? Наверное, пустотам-то лучше, чем 264-е оно будет. А скорость-меткость? У меня просто меткости перекап сейчас 400, блядь. Там хотел на сердолик поменять. Кстати, Вага, ты делал этот, как его, кару? Убивал дракона, блин, какая погибель. Ты про что имеешь в виду? Кара ХМ или чего? Кара ХМ, да. Ну, вообще-то у меня это везде сделано. На ханте у тебя тоже сделано, да? Да, везде. Давно еще. Надо кару ХМ, там 10 усилков, блядь, халявных. У тебя на варе это не сделано? Нет. Ебаный стыд. Тогда, блядь, Лёха нахуй вёл. Я говорю, давай это, блядь, кто-нибудь уступит. Я тебе хотел... Надо сходить, у меня на медведя тоже не сделано. Я тебе хотела уступить, там какая-то